Всем привет, мои хорошие! Пробегала мимо местного парка. Я, кстати, иду из почты. Пришли мои посылочки, я их заказывала по Украине. И еще жду эко-кожу. Очень жду, у меня еще нету ни одного кусочка. Кому интересно, что я купила, я оставлю фотки в Инстаграме. Подписывайтесь, внизу будет ссылочка. И здесь так красиво поют птицы, все такое красиво. Я очень редко любуюсь природой, ну потому что, наверное, из-за вот этой суматохи, которая у нас постоянное какое-то движение, танцы, школа, репетиторы, мы давно забыли, когда мы последний раз любовались. Небольшой монтаж, мимо проехал трактор, и закончу я, наверное, все-таки свою тему. Из-за вот этой какой-то бешеной суматохи мы уже давно перестали любоваться обычными вещами, которые у нас под ногами. И я замечаю это не только уже у себя. Мы смотрим какие-то телевизоры, смотрим какие-то модели, смотрим какие-то программы YouTube, каналы, где показывают ту же самую красоту, но ту, которая находится у нас под ногами, мы уже почему-то не замечаем. Я скоро еду на море. 21 июня у нас заказан домик. Я не беру ничего с собой, то есть ни одной ленточки. Немного возьму вышивания. А ленточек брать с собой не буду. И вот тогда я буду любоваться, действительно любоваться морем. И вам, конечно, покажу. А у нас, как всегда, конкурс. Все люди с подстилками на море, а мы с костюмами. Сбор начинается, коллективы со всего города съезжаются. ДК-строители – это один из самых-самых старых наших ДК. Пошлите в раздевалку. А сейчас мы пофотографируемся. Очень красивый фон. Здесь висят гирлянды, мы за них становимся, и получаются классные фотографии. Кому интересно, заходите в Инстаграм. Я пришла с почты, спряталась от детей в комнате и приглашаю вас на чаек с ромашкой. У меня была невероятно бешеная неделя. Я изрядно испортила себе желудок. Хотя и взрослый человек, знаю, что глупо себе не заниматься, но тем не менее, вот мои последствия. У меня была такая невероятно бешеная неделя. Не сказать неспокойная, сказать ничего. Она действительно была бешеная. У меня была уборка, у меня был огород, у меня были закупки, заказы. Кстати, у меня лежит две посылочки на почте. Это шаблоны и красивые-красивые серединочки. Обязательно я вам скоро сделаю распаковочку, обязательно я ими похвастаюсь. Я с таким нетерпением жду этих посылок, что я так думаю, я не буду на камеру показывать, как я открываю, потому что я не дождусь. Я буду рассматривать прямо на почте. Я попала к своему любимому мастеру, сделала себе красивые ноготочки. Олечка, я знаю, ты меня смотришь, я больше ни с кем не экспериментирую, я жду тебя за всех поездок и сессий, больше я никому не обращаюсь, потому что лицо канала зависит только от тебя. Ну так, поговорим мы об AliExpress, то, что я никогда не заказываю с AliExpress. Еще я вам покажу свои покупочки, я участвовала в SP покупках, я не помню точно, или 3 или 4 магазинчика, приобрела себе красивых лолок, это и планеры, и ленточки. Также пришли мои долгожданные эпоксидные наклейки. Наконец пришли мои эпоксидные наклейки. У меня есть группа во всех социальных сетях, где я стараюсь подобрать самые красивые подборочки, самые, как говорится, вкусные и интересные лоты с AliExpress. В рукодельной группе, там, где я выкладываю свои мастер-классы, свои работы, которых даже нет на YouTube. И особенно мне приятно, что там есть альбом, который всегда пополняется. Это альбом вашей работы по моим мастер-классам. Ну и, конечно, подписывайтесь на группу с AliExpress, там, где не только для рукоделия, а и наши девичьи штучки-дрючки, как говорится, для кухни, для интерьера. И самое главное, мне очень нравится заказывать игрушки с AliExpress. Качество действительно шикарное. Мы не раз заказывали там троллей и кукол.
то же качество, что и в наших магазинах, только намного дешевле. А у этого продавца я заказывала уже в третий раз. Правда, в этот раз у меня была почему-то долгая доставка. До этого они мне всегда приходили за 10 дней. Ровно 10 дней у меня были эпоксидки у меня. А в этот раз они мне шли почти 2,5 месяца. Мне даже пришлось продлить защиту. Я не открывала спор, потому что в этом продавце я уверена. Ну вот, вот так у нас сработала наша Укрпочта. Ну все, я вытащила все свои ленточки из почтовых пакетов и буду хвастаться. Я пополнила запасы своего упаковочного материала. Это пакетики, большие и маленькие, под обручи и резиночки. Вот такие интересные патчи в виде ушек. У меня, кстати, очень часто спрашивали, что с них можно сделать. Просили мастер-класс. Напишите в комментарии, нужен мастер-класс с вот такими патчами. Конечно, любимые лолки. Сейчас мы их рассмотрим поближе. И ленты. Ленты, кружево. Кружево. Я, кстати, видела такое на Алиэкспресс. Хочу себе тоже такое заказать. Взяла пока ярд попробовать, а потом как получится. Для своей дочки я в первый раз взяла вот такие ушки. Меняются они. Здесь вот такие радужные и беленькие. Единственное, мне здесь не очень понравилась вот эта изнаночка. Если кто применял эти ушки, скажите, что вы делали с изнанкой. Что я никогда не заказываю с Алиэкспресс. С Алиэкспресс я никогда не заказываю однотонные ленты, то есть репсовые или атласные, действительно однотонные ленты я никогда не заказываю, потому что цена на Алиэкспресс по сравнению с украинскими магазинами, она намного дешевле. Естественно, на Алиэкспресс мы заказываем репс такой мультяшный, и то чаще всего я использую сейчас СП-закупки. А вот однотонные цвета у нас действительно намного дешевле в Украине. А самое главное то, что она и приходит намного быстрее. Мы не всегда можем рассчитать количество ленты и ждать месяц-два, это нереально. Из-за этого я даже никогда не пробовала и не пыталась. Конечно, если вы живете не на территории Украины, может какая-то Бельгия, Германия, очень много рукодельниц живут, русскоязычных рукодельниц живут за границей, да, им дешевле заказать. Ну, из Китая, так как чаще всего доставка бесплатная, конечно, заказывают из Китая. Что еще я никогда не заказываю с Алиэкспресс, это металлические основы. То есть ободочки и крокодильчики. Ободочки еще куда ни шло, смысла в принципе нету, цена практически одинакова, как у нас в Украине, а вот с крокодильчиками действительная проблема. Те девчонки, которые заказывали, очень жаловались, что процентов 10 приходит бракованных. Ну, хотя и у нас в Украине есть такие недобросовестные продавцы, которые действительно подсовывают некачественный товар. Что я еще не заказываю на Алиэкспресс? На Алиэкспресс я никогда не заказываю клеевые стержни. Во-первых, это является одним из самых наших главных инструментов. Без него мы не обходимся никогда. Качество у продавца мы не можем проверить, ждать его долго. А цена в 5 или 6 раз дороже, чем у нас в Украине. В Украине я уже нашла себе хорошего продавца. Кому интересно, будет ссылочка внизу. Я покупала и клеевой пистолет, и клеевые стержни я заказываю там постоянно. Могу смело рекомендовать, никого еще он не подводил. Но клей эпоксидный, то есть универсальный, который мы приклеиваем стразовую цепочку, я заказываю только на Алиэкспресс. Он очень хороший. У него такой тоненькое отверстие, через что выходит клей, и держит он действительно очень хорошо. Также, кому интересно, будет ссылочка внизу на этот клей, тоже с большим удовольствием его рекомендую, и цена у него такая довольно-таки доступная. Еще вы меня очень-очень часто спрашивали насчет, на Алиэкспресс начали появляться картинки, на фотобумаге картинки, которые сразу заклеены эпоксидной наклейкой. Сразу. Во-первых, очень маленький выбор. Чаще всего это принцесса София и мини-маусы. Во-вторых, ждать это очень долго. Я спрашивала у одной девочки, которая покупала их. Она покупала, по-моему, принцессу Софию. Сказала, в принципе, фотография красивая, яркая, но одно но.
У нее было это уже пару раз, отклеилась эпоксидка. То есть на крышечке осталась фотка, а эпоксидка отклеилась. Тем более, если сейчас можно заказывать картинки на электронную, в электронном носителе, то есть не ждать посылки. Это удобно для тех, кто живут в других странах. И я себе поскидывала те, которые чаще всего я пользуюсь, и распечатаю в любом ателье. Это очень удобно, не надо привязываться и ждать почту. А размеры эпоксидных наклеек сейчас, ну, действительно радуют. И 16 мм, и 20 мм, и даже 5 сантиметров. Это очень удобно. Заказали, распечатали сами. Класс. Я считаю, что это бесполезный товар на Алиэкспресс. Мы едем в Станцево. Здесь смотрите, какие красивые цветы. Я в следующем году себе куплю домой точно такие же. Колокольчики. Вообще всегда люблю любоваться вот такими клумбами между домами.